мы побывали на предприятии, заводе металлоконструкции, которое переживало с 2014 года очень непростые времена. После приватизации сменило 3 собственников, банкротилось. И вот сегодня там есть жизнь и, как мне кажется, хорошие перспективы. Пришла такая молодая команда, которая проявила себя и на Кавказе, а с точки зрения объема заказов, которые могут быть здесь реализованы, не исключая, что оно на самом деле может быть базовым вот для компании, которая сюда пришла. Сегодня там работает уже порядка 100 человек. В ближайшее время планируют увеличить практически в 2 раза количество работающих, а что касается объема продукции, то рост предполагается в 3 раза. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед, но вот поговорив и с руководством компании, я твердо их заверил в том, что краевое руководство будет способствовать укреплению этого предприятия, точнее тому, чтобы там появилась другая жизнь. Речь идет и о модернизации производства, это у нас возможно через фонд развития промышленности, который вот докапитализируется, и объем финансовой поддержки составляет только сейчас порядка 1 миллиарда, ну а самое главное в плане создания серьезного портфеля заказов.